Ладно, все, погнали записывать Анхур, Смайт, Анхур, 1700 ММР, ну и все, все сопутствующее, лайки, комменты, как обычно. Блять, я на эту сцену выбрал. Ууу, жесть. Сердечко-то колышется. Сердечко-то колышется. Здравствуй, Джероним, рад тебя видеть, дядь. Сколько у тебя часов в Смайте, сколько лет ты играешь? Ну, у меня, я думаю, Смайт Гуру показывает почти 3000. Steam показывает, что мне 4000. По факту у меня около 5000 часов. Сколько донат был? 5000. 5, потом 1000 и 1000 еще. 7000. Больные психи, блин. Вот зла на вас нету. Не, я довольный, конечно, как слон. Но зла на вас нету. Типа, ну типа лол, я не привык как будто бы. Типа, я не знаю. Это количество, иной раз, как за целый месяц, я так вам скажу, за последние месяца. Это, не знаю, жесть какая-то. Я плюшечкой промазал последний? Хорошо. Ой-ой-ой, ребятушки, ну это для вас. Обещали, да, офигеть. Лучше сотку донять. Ну не, ну лучше, если стабильно кто-то будет донатить, то, конечно, лучше сотку, да. Чирку нельзя, по-моему, 30. Тебе YouTube столько в 2 месяца платит, сколько ты... Ну да, да, да. И то, чат, последние 2 месяца, кстати, от YouTube не приходили деньги, я не знаю почему. Типа хз. Там с PayPal же какие-то трудности на территории России, я не знаю, пользуется кто-то активно PayPal, прям шарит за PayPal. Там же они поменяли соглашение и типа... что-то там с выплатами непонятное. Охренеть, блин. Ну я просто в шоке, короче. Как мне теперь играть? У меня руки в ладони мокрые. Паша, блин. Саня. Два психа, блин, больных. Ну правда неудобно, блин. Ну камон, типа... Бля, чем вытереть руки теперь? PayPal требует физадрес из штатов для стран СНГ. Так у меня и так физадрес указан. Я давно с ними партнерствую. Кем ты работаешь, не отвечая YouTube? Я работаю в интернет-провайдере. Мониторщиком сетей. Слежу за графиками. Общаюсь с юрлицами периодически. И люди обеспечили тебя дошком? Это да. Деньгами вытри. Ладно, я же редко залетаю. Ну, блин. Редко, но метко, Паш, спасибо. Осталось, кто у нас еще там был? Осталось Зёмыча дождаться, чтобы меня вообще в группу завезли сегодня. Я, кстати, нормально слышу, я сильно громко не говорю, типа, а то у меня тут люди спят. И Тёма, да-да-да, и Романыча еще. Осталось, чтобы Романыч пришел и накинул. Здорово, Алекс. Ору, что не в себя. Нереально громко. Ну, в смысле, нормально слышно, ребят? Я просто свой голос максимально сейчас стараюсь контролировать. Даже громко. Ладно, буду тише говорить. Но мне же главное, чтобы меня слышали. Хорошо. Денег. Да в смысле зажрался-то, я не понял. Сейчас будет вообще топ, если залетит Хабибуст и накинет десятку. Не, Хабибуст уже давно не донатит, ребят. Да и закидывает, и заходит редко. У меня на самом деле все топ мои донатеры пропали куда-то. Остался Романыч, но Романыч тоже такой, он работяга с завода, как бы, если что. Он там много накидывает периодически. Но бывает то, что он месяцами не закидывает донаты. Вот. И... А кто еще из топ-донатеров? Я не знаю. Сейчас не вспомню навскидку, кто остался из прям стоп-донатеров. Стоп-донатеры. Период сейчас на стриме такой, что типа тишина. Поэтому... Здорово, Станислав. Поэтому вот обычные работяги в основном и содержат стрим. Здорово, Хаммер. Офигеть там этот Герсис божит вообще на Немезиде, убивает всех. Герсис, дядь. Что-то смотрящих намного меньше стало, вчера было больше. Ну, бывает, да. Ну, каждый день не постримишь, дядь, все так.
Люди устают жестко. Благодарствую, благодарствую, Немезида. Судя... Да, видимо, только ты. У тебя какие-то данты вообще безумные. Кстати, скоро в топ-1, наверное, выйдешь. Хабибуста перегонишь. Надо будет поправить статистику на стриме. Да, по-моему, из топ-донатеров вообще никого не осталось. Из жестких прям, кто там миллиарды может закидывать. Ну, мы как бы не отчаиваемся. Мы же на энтузиазме, правильно, чат? В смысле, это уже без рофлов и без байтов даже. Типа, работяги молодцы. Сколько тебе максимально залетало? Одной суммой? 10. 10 тысяч одной суммой. Это троллингер, я не знаю, что в него ударило, блин, может накурился, я не знаю. Здорово, Тимур, здорово, дядь. Типа он обычно не донат. Он меня, кстати, троллингер очень долго меня смотрит. Очень давно меня смотрит. И никогда не донатил. И в один из стримов. Что это за звук был? Вы слышали этот звук? Что это было, вы слышали? Ёпта, я с ума схожу, по ходу дела. Ну и вот, он никогда не донатил, типа. Вообще, в смысле, даже полтинник не кидал, лол, по-моему, насколько я помню. И в один день он просто десятку кинул. Да-да-да, Коляныч еще дал жару тогда. Если бы чел задонатил большую сумму, потом попросил вернуть, типа случайно ты бы вернул. У меня уже такое было. Мне вместо 10 долларов чел закинул 100 долларов. Здорово, Берил. Я не помню, кто именно. Здорово, здорово, дядь. Он вместо 10, вместо 10 долларов 100 долларов закинул. Я вернул, в смысле. В смысле? Да, конечно, он бы вернул, дядь. Ты же понимаешь, что не в деньгах счастье. Типа, лол, но... Чувак, прикинь, вот он случайно закинул какую-то сумму денег, допустим, ну, неверную. Здорово, Майгрант. Какую-нибудь важную сумму денег для него. И типа, пипец, ну как я могу не вернуть? Я, конечно, вернул тогда. Спасибо за подписку. Майгрантыч, я купил Fallen Guys, короче. Считай, что по твоей рекомендации, дядь. Считай, что по твоей рекомендации. А, вчера поиграл, честно, оторваться не мог. Да мне сегодня уже так залетел и барил, что я в шоке, если честно. Взяли машину матери, катались по ночному городу. А утром твой стрим, хороший. Хорош, хорош. Я прям не мог оторваться, честно. Я долго не поиграл, но мне нужно было в Division идти фармить, но я не мог отойти. Falls Guys топ. Да, я вот думаю, стримить ее чи нет. Да, и Майгрант, мне подарили типа Grounded. Я же две игры хотел купить. Типа Fallen Guy и Grounded. Мне вчера задонатили на Fallen Guy, говорят, купи. И Grounded подарили. Типа... Но сейчас на стримах будет, наверное, выживалка Grounded. А Fallen Guys, наверное, будет ролики для Ютуба. Антикей, что ты тоже играешь в Fall Guys? Она разве на плойке есть тоже? Или нету? Мне сегодня также столько Локи в 3 на 3 выбесил. Локи всех бесит, потом его крысой называют. А по сути плевый персонаж, которого законтрить, ну вообще, я не знаю, как два пальца. Но чаще всего его контрят как два пальца. Как по мне. Бесплатно. А, точно, у вас же за PS Plus он был. Вы такие жуки и плоечники, конечно. То у вас игры, блин, по 5000, блин. То вам бахают игру новую бесплатно, типа, ну, практически бесплатно. Типа, я за нее 800 рублей отдал. Ну, я, естественно, с DLC купил. Я не могу, если я вижу DLC недорогие, я сразу покупаю. Меня, наверное, Майгрант приучил, кстати, со своими подарками, блин, для этого Евротрака. Как я не попал? А что, быстрее меня бежит, что ли, не пойму? Блин, надо было ультить, да? Ай-яй-яй, маны нету.
My apologies, ребят, но я правда не смог. Так, 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 так. Я в диске дала Fall Guys до того, как Майгрант сказал. Не, я понимаю, Майгрант меня, я имею в виду, забайтил, типа, в плане покупки. Он говорит, типа, ну, прям стоит того, стоит того. Потому что я когда ее посмотрел, а мне она не сильно понравилась, честно. Я ее Fall Guys сразу забраковал в первый день, когда ее увидел. Подумал то, что какая-то дичь, если честно. Вот, потом я у кого-то был на стриме, может быть, даже у Груша. Насмотрелся, вроде зашло. Потом кто-то из моих ютуберов, на кого я подписан, начал выкладывать ролики. Ты в стратегии играешь, могу подарить Stronghold Crusader. У меня есть Stronghold, одна из моих любимых старых стратегий, Acid. Спасибо за предложение, здорово, Морган. Спасибо за предложение подарка, ребят. Принимаю любые игры в стиме, но она у меня есть. Ну и Майгрант, короче, да, меня, конечно, забайтил. А есть какой-то лохэд добить какого-то бога до 10 по-быстрому? Ну только в ивенты, ну плюс бустерами пользоваться. Ну вообще, завоевание больше всего опыта дает, насколько я знаю. Pass of Exile играешь? Нет. Нет, Pass of Exile нет. Играю сейчас в Division очень много. О, кстати, Паш, ты играешь в Division? И вообще кто-нибудь играет в Division? Я у Паши почему спрашиваю, потому что он плоечник. Я не знаю, плоечники играют в Division. Ну, мне просто реально интересно. Есть ли у них вообще? Ну, наверное, есть. Я просто не знаю, есть она на плойку или нет. Ты же стримить ее не будешь? Division? Буду. Но планирую пока. Мне нужно там чуть-чуть кое-что поделать. И я хочу залипательные стримы. Просто для тех, кому нравится Division, врубать. Здорово, Алихан. Спасибо большое. Это я зря сделал. Зачем стримить выживалку, когда есть сейчас такая топ-игра, как Fall Guys? Я купил, я же, ребят, я же говорю, меня забайтили. Я купил. И я думаю, типа, стримить, не стримить ее. Играю с Might и с Плойки, в этот раз лучше клава. Лучше клава. Блин, ну вот мне интересен антикей, потому что у нас с ним перегонки сейчас эдакие по поводу ММР. Я не понимаю, как он так меня перегнал. Как он меня перегнал? Он не проигрывает вообще. Он жаловался, что проигрывает, а теперь не проигрывает вообще, по ходу дела. Здорово, Алин, здорово. Антикей, блин. И срулил. Жопа, я хотел узнать. Fall Guys, это дичь с привет. Да, 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 да. Слушай, я тебе говорю, Карл, я сразу браканул игру. Сразу вот бортанул, сразу говорю, нет, я типа не буду в это играть. Потом посмотрел, потом поиграл сам и... Слушай, она классная, я тебе так скажу. Можно вместе играть, это да. Вы сейчас не слышали смех, Ра, вы хотите сказать? Вы... А, это кролик от Чинге. Фу, блин, я думал, я с ума сошел из-за донатов ваших. Фу, блин. Руки до сих пор влажненькие, мокренькие, если что. Блин. Кого посоветуешь, жанглеров? Тора. Хорошо. Здорово, девайс, очень здорово, дядь. В одного не очень. Слушай, да я ж со стримом буду. Здорово, чипа, здорово, ребят. Чего вас так много сегодня набежало, лол? Я сегодня полушепотом говорю, думал, мы сейчас по фану чисто этот. Ауч. Сегодня будут ключи? Нет, сегодня, наверное, ребята, вообще без ключей обойдемся, по ходу дела. Хотя, может, и будет. Я убил пирата, все хорошо. Мне разминаться в компанию? Да, да, в компании, да, обязательно. Вчера фулл пати было, весь стрим, прикинь, Сань. Фулл пати всегда было. Правда, нубов всяких.
Типа Валет, который, блин, ливел из интернета. Здорово, Хьюго, настроение. Ну, слушай, ребята вообще какой-то дичь сделали с настроением, конечно, поэтому настроение огненное. Выключи, все еще запаздывает? Куда запаздывает? Не понял. Блин, я хотел пойти еще пофармить, но надо к ребятам идти. Я могу с тобой играть, если я на PS. А я вот этого не знаю, кстати, вот этого не знаю. Майгрон, а ты себе то купил Fallen Guys, я надеюсь? Ну так, чисто по рофлу. Я, кстати, хотел у тебя узнать, а ты же учила ливнул. Но я просто узнать хотел. Уху-ху, как жарко, ё-моё. Как ты относишься, в принципе, к симуляторам, кроме Евротрака? Я не помню, говорил я с тобой или нет на эту тему. Потому что ты единственный, наверное, кто... Ну, не единственный, а один из немногих, кто приходит на симуляторы. Типа, я хочу купить Microsoft Flying Simulator. Я Форнер Гамаю, новый герой, новая ВВ система, двойной XP и прочее. Блин. Такой ты задр, конечно. Фу, блин. Задр вообще ужас. Даже не поговорить. Короче, вот рили бы чат, вот без шуток. Вопрос ко всем тогда, не только к Майгранту, вообще ко всем. Я говорил с тобой, да, окей. Приходили бы вы смотреть на Microsoft Flight Simulator. Ну, трили, просто раз в неделю просто полетать. Если бы я его купил. Если бы я разобрался, как летать, и мы бы просто летали с вами. Нет, да. Все ясно. Типичный чат. Типичный чат, только смайт им подавай. Я не знаю, попадал я или нет в него. Я один буду приходить, хорош. Хотя подожди, там карта сделана почти в 100% схожести с реальностью. Она не почти. Она типа... Она сделана... Она ж инфу берет оттуда, с интернета. Уху, разложил. Хорошо. Анна, у нее иммунитет к подбросу? У нее иммунитет к подбросу? Здорово, Монки, спасибо, все супер-пупер. Вообще фанат авиации, хорош. Ой-ой-ой, как плохо. Там все как в реальности, все кнопки. Ну, там есть казуальный режим, насколько я знаю. Там есть помощь в управлении и все такое. Там же по-любому, если как в реальности, то там автопилоты есть и все такое. Здорово, Фрэнки Гренки. В ульте у Кали иммун к подбросу, с каких пор? И я такой нуб, что и не знал об этом. Ты хоть сам в АТС играешь? Да. Да. Не, АТС это навсегда в сердечке, как говорится. Купил фуру себе? Нет. Но я фармлю, я пока фармлю. Я хочу нафармить больше 300 тысяч, чтобы купить нормальный мак себе там и полностью его за это вот обработать, так сказать. Типа я не хочу, понял, купить дешевый дешевый грузовик, не хочу. Дешевый этот. Здорово, Димбер, здорово, братик. 100 лет тебя не видел, как будто бы. Привет, Арти, еду в метро, смотрю тебя, страшно, пипец. Здорово, а чё ж страшного-то? 200к, да у меня тоже, по-моему, так же. Ну, около того. Но я хочу 300 нафармить. Потому что там самый дорогой грузовик, который мне понравился, он стоил 280. Поэтому я хочу минимум 300-350 нафармить. И покупать.
Не, АТС это кайф, АТС это кайф. Надо на самом деле вернуться к вот этим выходным стримам по Евротраку, Американ Траку. Я бы пришел, я давно заметил симулятор от Microsoft, хотел глянуть игру, там все... Не все места прям в точности жизни. Один из бета-тестеров рассказал, что, к примеру, саркофага над реактором отсутствует. Да, я видел этот видос, где летали над Припятью. Но я думаю, по понятным причинам его там нету. Б-категория С есть? Не, нету. У меня прав нету, брат. У него временно иммун от чувака, которого ты хочешь убить. Ну, блин, это странно. Спасибо за подписку, ребят. Точно, мы можем соль приговорить с тобой. Окей. Ай, как я тебе тупанул сейчас. А, ну чуваки пироманта убивают. На каком качестве играешь? В смысле? Настройки? Если про настройки, то у меня максимальные. Короче, сейчас будет крит билд. В любом случае будет крит билд. Я думаю, то, что ну, будет жестко. Ну как крит билд. Я бы не сказал, что это прям крит билд. Но 4 артефакта я хочу собрать на крит. 4. И по-любому мне нужно будет 2 из них на скорость атаки, чтобы были. Со скоростью атаки. Да? Странно, пул, странно. Просто я знаю то, что Flying Simulator берет инфу с какого-то сайта, с какими-то там реестрами и прям подгружает ее прямо во время полетов. Ну, короче, не знаю, я пока думаю, ребят. Потому что это лютый, лютый этот симулятор, он дорогущий, на нем, блин, пилотов обучают, в конце концов. Не знаю, заравинил я сейчас... Или не заруинил. Блять, помог ему. А-а-а! Над зоной можно летать? Я думаю, вот зона тоже закрыта, кстати. За Морриган? Да не, за Морриган не играл, дядь. Хорош. Блин, да дай я поформлю-то, алло. Герсиас, ты что делаешь, дядь? А кто у нас маг? Блин, у нас Чинга маг. Ну это типа вообще заебейте. Чинга кайф на соло, но как основной маг она не очень. У нее нет бурста сильного. Антикей нет? Антикей не слышит? А чё так лайков, кстати, мало чата? Можно лайков побольше? У меня, кстати, метка Кали висела, вы видели? Уходить надо. Вы видосики-то смотрите, кстати? Я вам интересные катки выгружаю, как бы. Но я вот, помните, я запускал стрим по Elite Dangerous ради Рофла. Я потом без стрима еще играл, не знаю сколько часов. Слушайте, мне понравилась Элитка. Очень классная игрулина, на самом деле. Не будь у меня Division, я бы, может быть, в Элитку гонял бы. Здорово, Артур. Посмотрел за Кукулькана? Хорош, хорош. Ну, там, правда, нормальная катка получилась. Я все смотрю. Надеюсь, не только смайт, дядь. Блять, ну можно, пожалуйста, блин, подраться. Они просто сзади стоят за тауркой. Ну, плиз, гайс, ну у нас же перефарм. За Бакасура нет. Ты что, у нас команда боится драться, просто жесть. Типа, блин, без фронтлайна я сделать ничего не смогу, лол. От слова совсем. Тот момент, когда был на том стриме. Ну вот, я много тупил, но мне понравилось. Мне Элитка понравилась. В принципе, из таких вот а-ля симуляторов полетов там и всего такого вообще классно. А ты по компании не так много и выкладываешь. Керриан был, а катки и катки смайта.
По компании? Не, ну я выкладываю, смотри, мы full Кириона прошли, я все выложил. Destroy All Human мы все прошли, я все выложил. Был между этим смайт, жми паузу. На стриме бы Шерлок зашел, я думаю, неплохо. Мы играли в Black Shadow, вот я проходил Black Shadow, всем очень понравилось на стриме. Здорово, Вадим. Тот момент, когда лично обучал в артишках, да. Не, сейчас не играю, дядь, вообще не играю. Очень много новых игр. Так много, что я просто не успеваю. Объясните, пожалуйста, скиллы Ктулху или как его зовут. Посмотри видос, у меня есть. У меня есть видос, посмотри. Цербер норм на соло... Слушай, последние катки у меня попадался Цербер на соло-линию и вообще не зашел, дядь. Вот вообще не зашел, я не знаю. Ты даже дизлайк поставил, да ничего удивительного. Не, в плане детективчика, может быть, и зашло бы на стрим. Там продавался бандл этих тейловских игр, типа этих Wolf Among Us и вот эти все. Я хотел купить, я думаю, вам бы зашло, типа, но опять-таки, они же старые, блин, вы это все видели. Я говорю, у меня новая этот. Какой важный вард, да? Какой важный вард был, Ганеш? Да, покажу сейчас билд Немезида. Я еще хотел Call of Cthulhu пройти, типа, помните? В смысле варды? Да мы убили вдвоем, алло. Что я сделал? Вы видели, что я сделал? Как я выжил? Как я выжил? Закрепуйте, пожалуйста. Офигеть, как я выжил. Не, если бы убил, вообще было бы жестко. Вы видели такое выживание? Объясни, зачем вычищать джангл вражеский, когда уже 20 уровень у тебя, типа, чтобы баф потерял? Да, выбиваешь баф и выбиваешь опыт весь. Господи, да я снайпер сегодня. Уху-ху. Мазен факин щит. Давай держаться вместе. Спасибо, ребят, за подписку. Ну это хорошая катка за Анхура. Мы много, правда, поговорили не по теме, не по делу, но Анхура давно не было на Ютубе, поэтому, как говорится, чат у ГГ. Сейчас посмотрим, что у нас съело произошло, и будет заставочка финальная. Вы там, ну, лайки поставите, комменты оставите. Вообще напишите в комментах, кого хотели бы видеть. Я думаю, то, что я эту запись оставлю, вы напишите в комментах, кого вы хотите видеть вообще, в принципе, на Ютубе. Кого мы прочекаем. Сейчас кину, Герсис, сейчас кину обязательно. Сам кинул. Плюс 14 ММР, ну такое. Ну нормально. Ну как бы слева будет канал здесь, справа будут подходящие видео для вас, как бы, но если что, лайкайте там, ну как обычно.